Пыщ-пыщ. Теперь ты расскажи нам, какой твой любимый вид танца и почему? Мой любимый вид танца, как в английском отвечаю, это танец шаффл. Я вместе с Данилом Кетти ходил в каденс, где меня учили хип-хоп, хаосу и всяким таким направлениям, которые, в принципе, меня устраивали. Но у меня никогда к ним не лежала душа. Посмотрите соседнее видео с Данилом, где он рассказывает, как жил хип-хопом. В те времена, когда он слушал касту Bad B Alliance, я слушал дискотеку «Аварию». Мне казалось, что это невероятные треки. «Пей пиво», «Ешь мясо, мясо, мясо» и всякое такое. Я даже записывал на магнитофон и переслушивал. Для меня было только горимая попса. Со временем я наткнулся на скутера и ходил уже в каденс и понимал, что мне нравится вот эта музыка, которая называется условно хардкор, хэппи хардкор, веселый долбеж звук, где просто играет прямая бочка, 4 on the floor. Но, соответственно, хип-хоп мне никогда не нравился. И танцы мне бы казались чужими, то есть я учил базу, добавлял ее, но она не тем, что была вот прям моим. И потом я вдруг обнаружил, что скутер объединился с танцорами, сначала специализация Jump Style, потом это Sheffield Jumpers, Sheffield Shuffle, в общем, миллиард всего. И он начал вовлекать танцоров. И они начали показывать, что оказывается под вот этот долбящий клубный дэнс можно танцевать. Танцевали они совсем другое, то есть не было вот этого грува, а был какой-то странный. И, разумеется, вы помните, родоначальником всего этого был еще более странный. О, я знаю, это называется степ-фроник. Трип-коник? Электро-дэнс. Вот. Тектоник! И вдруг я понял, что у меня с детства нет особо плавности, да, она мне не нравилась, которая требуется все-таки грув, вот этот кач в хип-хопе. А у меня есть просто вот режим Буратино. Тыщ, 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 тыщ. А все вот эти движения, они созданы, cutting shapes, shuffle, jump style, они все созданы на вот этом монотонном, буквально, ударе, на атаке, где не надо там качать тело, не надо чувствовать ритм. Разумеется, это все танцы для тех, кто не умеет танцевать. В принципе, я так к себе примерно и отношусь. То есть, мой любимый стиль танца – это shuffle и его подвиды. Cutting shapes, соответственно, как его там называют, может даже электроденс, вот это все, джамп-стайл. Кстати, все это называется зонтичным термином рейв-денс. Любые танцы под какой-нибудь там Alpha Future People, вот эти бесконечные фестивали, где просто долбит музон. Вот такие танцы. И, собственно, это есть мои любимые танцы. Фу. О, что по поводу drum-and-bass степа и drum-and-bass как такового? Он тоже должен был мне понравиться, должен был. Но он почему-то мне не понравился. Или я пропустил момент, когда ему обучали. Реально. В принципе, он во всем хорош, но я просто как-то пропустил его. Спасибо, Вова, ты топчик, но не очень.